Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English, 5 класс, автора Афанасьева. Unit 6, часть 6, step 4, шаг 4, exercise 10, упражнение 10. Write 8 names of wild animals. Напишите 8 названий диких животных. И мы уже с вами знаем много диких животных, в этой части мы их встречали. И давайте, вы можете писать свои варианты, вот что я написала. 1. Fox. Первое, лиса. 2. Bear. Медведь. 3. Elk. Лось. 4. Reindeer. Северный олень. 5. Wolf. 6. Hare. Заяц. 7. Tiger. 8. Hedgehog. Ёж. У вас могут быть ваши варианты, ваши звери. Можете взять мои. А на этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.